Сегодня прошло мероприятие под названием «Желтая субмарина». Мероприятие посвящается творчеству группы «Битлз». Это первый опыт, очень интересный опыт получился. Мы начали понимать, какой будет формат в следующем году. Все-таки это будет фестиваль-конкурс, все-таки у нас будет жюри, все-таки у нас будет все по-настоящему. Уровень участников пока самодеятельный, но сегодня, как вы видели сами, на сцене выступали и профессиональные ребята, они показали некий мастер-класс, некий такой планку, которую надо достигать. Ну а те, которые сегодня получили обратную связь от нашего жюри, надеюсь, что в следующем году сделают выводы, подготовятся и уже покажут все на высшем уровне. Конечно же, нужно сказать об организаторах этого фестиваля. Фестиваль проводится волонтерской командой проекта «Арт-квадрат» и Башкирским государственным педагогическим университетом имени Мифтахетдина Акмуллы. Итак, слово предоставляется ректору Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы Раилю Мирбаевичу Асадуллину. Добрый день. Дорогие студенты, уважаемые члены жюри, вот, объявлен был, что фестиваль – замечательный праздник, а я возвращаюсь 50 лет назад, может быть, чуть позже, когда «Битлз» был практически запрещен в нашей стране, и мы, студенты, по ночам искали эти гибкие пластинки или записи на кассетных магнитофонах и по ночам слушали и восхищались исполнением. Oh, darling, if you leave me, I'll never break it alone. Leave me when I beg you, I'll never do you no more. Мероприятие нам очень понравилось. Я думаю, то, что такие мероприятия очень полезно проводить не только в рамках одного университета, но и в рамках всего города, всей республики. Это не только, так сказать, дань группе «Битлз», но также просто осмотр талантов, возможность самореализации для участников.